Знаешь, два. Раз, два. Какой ход это? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правый вот этот ход. Да. Ты идешь. Мимо. В окно. Ты идешь. Мимо. И всем. Вот тут 4. Он говорит 4. Нихуя. Вот 4. Там 2. 3. 3. Из вот этого, да? Вот 3. Со старта 3, потом 4. Начальное положение какое? Разбитый.
Конечно. Я упаковал твои какие-то тарелочки с первого выстрела, и поэтому смазал две средних мишени почему-то. Вот так получается. Хитрое упражнение. Дальние две рельсы, средние, две лишние альфа-дельта. Торопиться не надо. Ты очень по ходу угодно. У нас, кстати, в первом положении как получается? 8 плюс 1? Ну, то есть 8 плюс 1. Так что ничего не было подкалывать. Зачем будет? Урод Олег Станиславович, раз задаете такой вопрос. Подходим в следующем месте. Начинаем идти дальше, так сказать, пытаемся еще сразу. Внимание! Там написано. Пробовой снаряд полный. Мне написано, что стрелок стоит лицом с расширением. В принципе, если бы дорожка была длиннее, то ну, не захотел Перемещение докидываться, чтобы был полный магазин на финише, да? Не, я сейчас тоже закидывал. Да, надеюсь, он подошел. Посмотрим. Время 39:60. Монг. Монг. Расскажи, конечно. Thank you.
Спасибо за ножнички, я тебе отдал, чтобы это могли, чтобы ты остался без пальцев. Резон готов. Руки вообще не работают. А что-то где? Минус. Сбоку. Так, где тут? Ну там ждёт, не увидел. Это горите, это не хочу в грязи попасть. А в чём проблема? Я говорю сам без таких. Ну, мне их привезли по большому блату, их в Украину не завозят. Ты повосстанавливаешься. То есть мне их привезли как бы контрабас. Их бережно наладили. Они как опытная пальца. Вот это они 400 баксов покупают. Учитывая, что вот эти платформы там. Я все-таки с нормальной человеком. Я скажу, что там у вас и без меня не спешно. Ну там хватает у вас. Вот он человек 10 таких хороших. Вот он с этого года. Да? Да.
готовься, сейчас заряжаться будет, как только он закончится. Пойдут восстанавливать, и мы я тебя заряжу. Пройдись еще раз, как стоит же в космике. А, ну давай. Подготовиться. Имеешь право. Пожалуйста. Это тоже не достаточно. Саш, не заводи. Спокойно, выстрелил, выстрелил. Все, пошел удар. То есть пряжка чистая. Ровно 2 секунды, блядь, и поехали штрафоваться, блядь. Заканчиваем его здесь. Я сам не могу вспомнить, где он стоит. Я говорю, браво тому, кто это строил. Такой воспаленный мозг, это ж надо где-то найти его.